Итак, всем привет! Сегодня у нас на распаковке штатив Manfrotto B-Free Life. Этот кит компания Manfrotto позиционирует как компактный штатив для путешествий. Так, его характеристики написаны на коробке. Самое главное — это его вес. Он весит с видеоголовкой 1 800 г. Максимальная нагрузка. Вес камеры 4 килограмма, 4 секции. Он сделан из алюминия. В сложном состоянии его размер 40 сантиметров составляет. Максимальная высота 151 сантиметров. Итак, теперь давайте с вами заглянем в эту классную стильную чудо-коробку. И посмотрим, что же там у нас внутри. Итак, тянем за эту пимпочку. Открываем. И вот же, что мы же там видим. Так. Тут у нас штативчик. Вот такой вот фирменной сумочки. Сумка для перевозки штатива. Сделана, кстати, очень с хорошего материала. Не просто как в дешевых штативах, просто чехол. Она плотная, мягкая, чтобы нигде он не ударился, ничего у вас там не сломалось, не отвалилось. Так, что у нас еще есть в коробке, давайте посмотрим. Тут у нас документация. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон с магазина. Я так понимаю, дополнительный крючок для утяжеления веса штатива. Также у нас есть площадка. Металлическая такая хорошая, с прорезиненными насадочками. Такими классными, чтобы не поцарапать вашу камеру. А также заглушка для этой же площадки. Переходник. И шестигранный ключ для зажатия болтов. Итак, теперь посмотрим в эту сумочку. Открываем. И мы там сразу видим классную прорезиненную поверхность на ноге и ручку с логотипом Manfrotto. Так, сейчас мы достанем штативчик. Очень компактный, классный. Сейчас покажу, как он раскладывается. Раскладывается он таким образом. Ноги опускаются вниз. Чик. 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 Также здесь на ногах есть три положения. Первое положение фиксатора — это для транспортировки. Второе положение и третье положение — это угол раскладки ног. Так, мы пока поставим стандартную. Вот, вот так вот он выглядит в сложном положении. Также у нас здесь есть болт, который можно расслабить и опустить штангу. Можно опустить штангу, зажимаем.
Вот как выглядит головка, которая называется Bifree Life Fluid Drag System. На ней есть два зажима. Можно регулировать степень движения головки. Также есть такой классный болт, который позволяет регулировать положение, быстро регулировать положение ручки панорамирования. Также тут есть фиксаторы ног. Очень хорошо, кстати, они раскладываются. Сейчас вам попробую это продемонстрировать. То есть ноги сами выезжают. Это очень удобно. Не нужно их вытягивать прямо оттуда. Хорошо очень зажимаются клипсы. Головка реально прикольная. Плавный ход у нее. Также тут есть блокировка для площадки. Регулируется площадка вот этим болтом, затягивается для того, чтобы ваша камера с длинным объективом не перевешивала и не кидала голову вперед, либо если у вас тяжелая камера, маленький объектив, чтобы вашу голову не кидала назад. Вот, можно регулировать положение этой площадки. Также, если вы будете случайно отжимать болт, то ваш фотоаппарат, ваша камера, она не упадет, так как тут блокиратор стоит площадки. Чтобы снять площадку, необходимо нажать вот эту вот кнопочку, и площадка ваша снята. Очень классная ручка резиновая для транспортировки штатива, переноса штатива в холодной обстановке, да, если вы где-то, не знаю, зимой хотите снять какое-то видео, либо в холодной погоде, да, то очень удобно, не нужно будет морозить руки ваши.